просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Советского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Мы обучаем наших председателей, людей, именно грамотности, как вести себя в данное время, как работать с управляющими компаниями, как правильно управлять своим домом. Ведь от правильного управления дома, наверное, зависит и само состояние дома, и все, что связано с бытом, с улучшением быта именно жителей этого дома. Участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. В ходе обучения граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ и дают разъяснения о правах на покой и тишину в многоквартирных домах, которые регламентируются законом об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области. В практической части семинара активные жители делятся опытом применения полученных знаний в управленческой деятельности многоквартирным домом. Я могу сказать, что жителям надо активнее быть, активнее участвовать в различных программах, которые есть на сайте администрации. Надо знакомиться и участвовать в этих программах. Под лежачий камень вода не течет, поэтому все в наших руках, нам нужно быть активнее. Мы реализовали программу в своем дворе «Комфортная городская среда» в 2019 году. И вот хотелось бы рассказать жителям, как участвовать в этой программе и какие у нас получились результаты. Результаты нас радуют, у нас двор цветет, очень удобная парковка, то есть все, что мы хотели, мы добились. В Советском районе областного центра 1162 многоквартирных дома. Практически во всех есть свои председатели МКД. Часть из них уже приняли участие в обучающих семинарах и осваивают программу ГИС ЖКХ. Они относятся с интересом к этому, потому что все-таки в электронном виде посмотреть все данные на дом – это довольно-таки реально. А не просить управляющей компании: дай мне ту цифру, дай мне вот ту цифру. Они сами все это видят, открывают и все видят. И уже пошла регистрация, они регистрируют, приходят к нам, с удовольствием регистрируются. Я думаю, что жителям будет интересно, ведь каждый житель переживает за свой дом. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации и управляющих компаний. В завершении встречи они отвечают на все вопросы жителей. Дополнительное содействие в управленческой работе активные горожане могут получить в локальных ресурсных центрах информационной и юридической поддержки активы МКД. В Советском районе их 5. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон, горячая линия ресурсного центра поддержки председателя МКД. Его номер 8 855 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.